Ладно, слушай. Терминатор и переходная ступень. Это получеловек-полумашина. Внутри него легкосплавные боевое шасси. Под микропроцессорным контролем. Бронированные. Очень прочные. А снаружи живая человеческая ткань. Плоть, кожа, волосы, кровь, творение киборгов. Слушай, Рис, чего ты хочешь Что от меня? Что ты слушала? Бросим тачку. На 600-й серии была резина. Мы сразу их видели. Но и этот новый, он как человек. Пот, запах изо рта, все сразу. Трудно отличить. Я ждал, пока он нападет, чтобы найти его. Слушай, не надо думать, что я дура. Мы еще не умеем делать такое. Это сейчас. Но сумеете через 40 лет. Ты говоришь, что он из будущего? Из возможного будущего. Я тебе не могу объяснить, я не знаток техники. Значит, ты тоже из будущего, я права? Права. Права. Киборги не чувствуют боли. Я чувствую. Не делай так больше. Отпусти меня. Слушай! И пойми! Этот терминатор рядом. Его нельзя подкупить. С ним не договориться. Ему неведомы жалость, раскаяние или страх. И он ни за что не остановится. Никогда. Никогда, пока ты жива. Ты его остановишь? Я не знаю. С таким оружием, как у вас, я не знаю. Рис, почему я? Почему именно я? Была ядерная война. Через несколько лет все это, весь город, все вокруг исчезнет. Исчезнет. Но были выжившие. Там. Тут. Они не знали, кто начал войну. Это были машины. Я не понимаю. Сеть оборонных компьютеров. Новых. Мощных. Они знали все. Им доверили все. Говорили, это класс. Новый тип интеллекта. Потом они подумали, что все люди их враги, не только некоторые. Нашу судьбу решили в долю секунды. Уничтожение. Ты видел эту войну?
остался после. Рос в руинах. Голодал. Прятался от Оу. Кто это? Охотники и убийцы. Патрули машины, творение автоматов. Большинство из нас ловили, сажали в лагеря, а потом уничтожали. Это выжгли лазером. Немногих оставляли в живых. Работать. Грузить тела. Группы уничтожения работали без отдыха. Мы были в полушаге от вымирания. Но был один человек. Он научил воевать, резать провода в лагерях, разбивать эти мерзкие железяки в хлам. Он изменил все. Он оттащил нас от края. Его имя Коннор. Джон Коннор. Твой сын, Сара. Еще нерожденный сын. Thank you.